Рублю ступени в небеса, делами, словом и молитвой. Перемещаю полюса разнопроявленной палитрой. Рассвечиваю рай и ад фонариками из иллюзий и наблюдаю смех парад страхов, сомнений и контузий. Рифма приходит в попыхах, и важно ею не задохнуться, крылья расправить, сделать шаг, чтобы за клавишами проснуться. Цветность проявит вдохновение, светом очерчивая переход, в напряжении преодоления всего 7 нот. Ветер океанский, роди меня набело, чтобы отбросил земную спесь. Потерял бы то, что украдено, чтобы вернуться в себя мог весь. Ветер океанский, разбреди душу, чтоб потерял я и страсть, и покой. Чтобы смелел, когда прячусь и трушу, чтобы с прошлым расстался легко. Ветер океанский, откамертонюсь, твоими свободами надышусь. Якорь подниму и горизонтом скроюсь, запомнив благословение твое. Добрый день, 18-е измерение, я Владимир Симонов. Я бы жил на планете, населенной детьми, радовался бы с ними бабочкам и облакам, бегал бы с ними на перегонки по лужам, смеялся бы с ними и сочинял для них веселые сказки, где Карабас не злой и любит Буратино. Мы бы устраивали гонки на колясках и прыгали просто так, без причины. Мы ходили бы в походы с ночевкой и помогали девочкам нести рюкзаки. Мы бы радовались друг другу и посылали воздушные поцелуи. Это весело. А еще на планете детей не было бы ни премьеров, ни президентов. И Госдумы с Верховными Советами и Конгрессами тоже без надобности. Потому что все это необходимо для скучных взрослых, старых, памятью. На планете детей не было бы ни премьеров, ни президентов. На планете детей не знают, что такое война и деньги, государство и оружие. Там никто друг друга не обманывает. Потому что врать не прикольно и скучно. Куда интереснее вместе танцевать и петь, когда танцуется и поется. В стране детей легко смеется, потому что не знают, что такое вчера. И в каждом мгновении плещется безмерный океан настоящего вдохновительного счастья. Быть, любить, жить. Я бы перебрался на планету детей, чтобы выжить. Это еще не планета детей, это программа 18-е измерение, и я Владимир Симонов. Сегодня я буду вас знакомить с одной из моих 40 ненапечатанных книг из серии «Поэтической философии» или «Миропонимание новой эпохи». Это книга «Рублю ступени в небеса».
Романы пишутся долго, а каждый день записывается репликами, стихами, какими-то открытиями, тем или иными прозрениями. Но что интересно, что то, что приходило когда-то, оно со всей, во всей яркости, во всей масштабности проявляется позже. И вот сегодня, листая свою книгу «Рублю ступени в небеса», я вижу многие, многие нюансы сегодняшнего дня, описаны мной когда-то. О театре. Искусство не может быть однокрасочным, однолинейным, одноправильным. И разные проявления реализации творческих потенциалов необходимы. Печально, что сегодня в погоне за модой все увлеклись поиском новых форм, в то время как востребуется гармония формы и содержания. Театр – живой организм, питающийся единым пространством социума. Как только страсти вокруг материальности и собственности в России поутихнут, тотчас и взойдет новая звезда и театра, и кино, и всего остального. Культура – это культ света, то есть любви, то есть женщины. Россия, как огромный корабль, медленно разворачивается, чтобы взять курс к родным берегам прозрения самой собой. И задача искусства – описывать эти процессы, познавая запредельность иности. Поиск новых форм был во все времена. Важно не поддаваться идиотизму убогости. Невежество заразно доступностью и часто подделывается под новаторство. Но если заложены основы с материнским молоком, то какая разница, кто, что и как? Нос по ветру и равнение на парус мечты. Не по зубам, не по карману разбавить океана суть. Я буду сам, я не устану соединять мечту и путь. И ураган переверстает ментальных тупиков коллапс, иначе кто же нас узнает в нас? Нас и божественных, и смелых, на подвиг быть, любить и жить, нас тонких, светлых и умелых, землю с вселенной единить. Уравновесится реальность, гармония небесных сфер, и удивительной тональностью опишется в немерность дел. И мы с тобою, покидая, привычный к тяготам насест, земную тяжесть оставляя, взбежим на крест. Осыпятся благословением все переходы и мосты, когда священным моленьем растаем в царстве красоты. Есть этажи для человека жития, и каждому отдельный горизонт, на каждом ограничен круг открытия, на каждом свой пинг-понг и корт. На самом верхнем дверь за запределье не открывается простым ключом, на дверь прозрачность и в исчезновение для человека житейского потом. Все этажи пройти не подвиг, напряжение. Шагнуть за дверь единственный успех. Случается стыковка, совпадение с потоками энергии без помех. Реальность предстает простой и смелой, и растворяются пределы всех времен, когда рождаешься крылатым и бестелым, как камертон. Теряю связь, но обретаю волю, гимны пою небесной синеве, и перспективы проживаю, но не строю, не заблудиться, чтобы в самостной во тьме. Прибудет день, расплескивая вечность, рассветом смоет выдоханную ночь, и ориентиры спахнутся на нечто, на местности, что обживает дочь. Не жду температурного баланса, свет идеальности утешит мой успех, испуг, что не от страха, только от нюанса, собой про себя, но вслух. И это только так, как парус ветром, как дождь целует ароматы роз, как звезды вещи лют о бессмертии, и как ответом предваряется вопрос. Насилие и любовь. Какое громадное напряжение на исходную составляющую того или иного предмета оказывает насилие. Например, какому сильнейшему воздействию подвергается металл, когда выковывают меч, плуг, любую форму? Насилие оказывает воздействие на микромир, трансформируя его в ту или иную форму, необходимую для тех или иных задач жизнетворения. А не так ли с человеком? И невыносимое страдание, и насилие в конечном итоге выковывают идеальную форму для решения эволюционных задач. Счастливы, сильные духом, способные в условиях новых форм реализовать свою божественную сверхзадачу – быть, любить, жить. Эволюционное развитие рано или поздно придет к состоянию, когда не нужна будет форма,
привычном физическом представлении, единство духа и формы во всем величии глубины вселенской эволюционной самореализации абсолютно исключает насилие. В этом плане настолько смешны и безответственны все представления фантастов о других мирах в космосе, которые переносят туда атавизм недоразвитого земного человеческого сознания, проявляемого дисгармонией формы и содержания. В человеческой эволюции основным звеном является сознание, или дух, или высшее начало, можно как угодно определять. И это основное опорное эволюционное звено, сознание, в условиях планеты Земля, определяет абсолютно все формы во всех сферах материальной реализации, включая социальное преобразование. Вывод прост. По мере роста сознания, на каком-то этапе развития, человечество избавится от атавизма, взаимоотношений, как от недостойного божественного предназначения человека явления. По мере эволюции форма растворится в сознании. Антагонизм форм возможен, антагонизм сознания никогда. Ибо сознанием человечество едино изначально, и это единство является основой иерархии сознания, не имеющей пределов. То есть по мере преодоления антагонизма человечество автоматически откроет себе вселенскость. Вот я и говорю, чительнее, ребята, потому что человеки, потому что боги, потому что все. Любовь – это процесс божественного, уникального насилия, в котором форма поглощается сознанием ради сотворения нового качества единства формы и содержания. Дух, сознание, высшее Я – так рождаются счастливые дети, реальные мечты, так начинается человечество. Насилие существует только на уровне антагонизма. На определенном уровне сознания насилия нет. В отсутствии антагонизма насилие трансформируется в абсолют любви. Ад оказался раем, падение проявилось танцем, и я удержался краем молниеносного протуберанса. Прожженный огнем божественным, я и стонать стеснялся, прозрачность обживая девственную, эмбрионом любви рождался. Интересный процесс выборов президента. Человечество вначале голосует за кого-то кандидата, выбирая его по принципам демократических каких-то законов и, ну, больше всего, наверное, по симпатии. Нравится, не нравится. Особенно так определяют женщины свой выбор. И в зависимости от тех предложений, которые человек делает. Естественно, люди, выбирая того или иного человека, они наделяют его своим виженом перспективы. И стоит этому человеку после избрания сделать что-то то, что он считает необходимым, ну, как доверенное лицо людей, как он моментально подвергается критике. И эта критика становится тем сильнее, чем расходятся представления о том, что должен делать человек, с осознанием собственного поведения, собственной ответственности. Почему система эгрегорное сознание «мы», которая существовала на Земле, ну, довольно-таки длительное время, с момента создания государственных систем и до буквально последнего времени. Почему она рухнула? Потому что она лишилась подпитки. Спектр энергетический сместился настолько, что сегодня эгрегоры не подпитываются. То есть вот эта вот основа существования демократических так называемых принципов, когда меньшинство подчиняется большинству, приказало долго жить. И сегодня практически человек, выбирая кого-то, он практически продолжает действовать в масштабе и ответственности сознания «мы». А как же в условиях сознания «я»? В условиях сознания «я» важно учиться жить без государства, учиться без президента, учиться жить без Верховного Совета, учиться жить. Сознание «я» – это же сознание, способствующее включению человека в иерархию сознания на равных началах, на равных. То есть вверху у тебя те, кто передают тебе основы существования, связанные с энергетическими спектрами, а внизу тебя те, внизу по иерархии сознания, естественно, те, за которого ты отвечаешь.
То есть ты выступаешь, человек, как транслятор энергии высшего в низшее и из низшего в высшее. То есть ты как связующее звено. Кто тебе может помочь реализовывать свою предназначенность? Президент? Верховный Совет? А кто? Да ответ проще простого. Никто. Сознание «Я» предопределяет твою лично ответственность перед своей собственной творческой самореализацией. И вот этот вот сложнейший этап перехода человеческой эволюции, он связан с тем, что приходится медленно отвыкать от того, что кто-то за тебя что-то должен делать. Практически должник самого себя, только ты сам. Индивидуальное сознание включает коллективное. В то время коллективное, как коллективное сознание к индивидуальному имеет опосредованное отношение. Парадокс? Абсолютно нет. Индивидуальное сознание синхронно высшему Я, то есть сознанию Вселенной. И тем оно идеально относительно земного сосуществования. Коллективное сознание формируется людьми, связанными с социальным общежитием, то есть отстоящим от идеального на эволюцию. Теперь только можете себе представить, какие восхитительные открытия ждет человечество при элементарном развороте к индивидуальности, к ее творческой самореализации. Женщина обладает индивидуальным сознанием, в то время как мужчина подчиняется эгрегорным энергетическим образованиям, наследующим весь атовизм развития человечества. Вот мы и говорим, любите женщину, окружите ее вниманием и осознанной востребованностью, и она поделится с вами опытом растворения высшим Я, являющимся ее реальностью. Полудни я улетаю, не ведая, когда вернусь, когда и с кем, не расскажу, но знаю, и что бы я ни сказал, вновь ошибусь. Реальность как экран, и жизнь как отражение, но есть святая иность бытия, там нет покоя вечного сражения, но вечность есть от чувствования я, граница распахнутость, внемерность беспределия, прозрачность измеренческих глубин и солнце, светоносное паление всесильного костра причин. Знать незавещено, реальность обретая, видеть сокрытое лишь сердцу и дано, и растворение до головокружения раскрашивает жизнетворчество панно. На мельницу найдется Дон Кихот, на Дон Кихота вечный Санчо Панчо, для сплава по реке поможет плот и вдохновение шопеновского вальса. Всегда есть то, чего не может быть, всегда есть так, как только и возможно, и глубины океана, чтобы плыть, и женщина нужна, чтобы было сложно. Ступенями восходят мудрецы, осваивая бездны, как высоты, пчелиный мед ваяют из пыльцы, а для гармонии востребованы соты, идти, лететь, рубиться в горизонт, преодолеть препоны и запреты, для паруса любимый ветер – норд. Если находишься в среде океана, тебе нужны жабры. В среде воздуха – крылья. В пространстве тонких планов – гармония растворения. Огненный план востребует абсолюта прозрачности. Техника прозрения, уточнением осознавания на каждом этапе разная. И если на одном этапе прозревают напряжением пути, то на другом
торжественностью восторга, в то время как для третьего действительно спокойное наблюдение. На одном этапе процесс духовного роста востребует групп, на другом – единомышленников, и это состояние для планеты Земля наивысшее, потому что третье состояние характеризуется торжеством единочества. Потому что в этом случае между тобой и другими, между твоей реальностью и объективным жизнетворчеством нет разрыва. Единочество – это когда ты есть мир и есть все от звезд до муравья. Качество единочества – единственно возможное для того, чтобы реализовывать задачи осознанной связи человечества и Вселенной. Дорога, 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 от сердца до Бога, от Бога во всех направлениях, любовь утверждая поколение, любовь, 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 обожествляя и мысли, и кровь, растворяя и мрак, и сомнения, доверием благословляя поколение. Доверие, 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 гармония не исходит вдохновением, счастливое, дорогое тением, женщину являя поколением. Женщина, 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 откровением Бога отмеченная, непорочности вести явление, Господа рождение поколения. На трудных переходах сидеют, на легких умирают страхом, восходящие прозрением светлеют, а вселененные размахом. И мне удаются случайности, желтение плодов наблюдать, умертвляясь в крайностях, знать. И я вдохновляюсь вечностью, рифмой и ритмом строки. И я с наивной беспечностью, пахарем у сахи, засохшие пласты разворачиваю, бурьяна бессознательных дел, путь в тупик укорачиваю, чтоб каждый, кто готов, взлетел. Те, кому счастливится изучать труды тех или иных философов, те, кто увлекаются эзотерикой, изучают прозрение тех или иных учителей, не могли не заметить, что громадное внимание во всех этих открытиях прозрения мира уделяется женщинам. И возникает естественный вопрос, ну почему? И так было во все времена. Женщина, с одной стороны, в социальном быту, в социальных сферах была удалена на задний план и сохранялась как нечто сокровенное, нечто тайное, нечто торжественное. А с другой стороны, в общем-то, женщина определяла этот мир всегда. На этапе сознания мы, человечество было не способно принять эту истину. Но философы, мистики и другие исследователи духа человеческого, они всегда отмечали роль женщины в эволюционном развитии человечества. Интересный момент, связанный с Иисусом Христом. Вот обратите внимание, маму его по Библии звали Марией, и любимую его тоже звали Марией. Я как-то задумался, ну, в принципе, в общем-то, можно было бы какое-то другое имя найти. Слава Богу, в библейских историях масса женских имен, мужских имен. Но в историях Иисуса почему-то и Мария, мать, и его любимая называются одним именем – Мария. Я думаю, это неспроста. Я думаю, таким образом Библия, как книга удивительной тайны, удивительного откровения, данное человечеству как высший закон вселенского общежития, в условиях Земли, вселенского общежития в условиях Земли. Так вот, в Библии определялось единство женского начала изначально. Поэтому
рожает Иисуса женщина и вдохновляет его, благословляет его на подвиг служения человечеству, тоже женщина. То есть женщина – это всегда одна единица сознания. И это верно как для высшего, так и для низшего. Вот сижу и думаю, человечество сумасшедшее, больное на всю голову, даже с учетом эволюционного этапа, ну не доросли еще, ну не совершенно, ну несчастья еще много, но при всем при этом, как можно не понимать, если женщина рожает человечество, кто главный на планете? Ведь каким она его родит, таким оно и будет, человечество. Ну представляете, они думают, что можно воспитать. А о том, что воспитание только корежит исходное, идеальное, они почему-то не думают. И женщину все время делают виноватой. Она не так, она не то, она не туда. А она просто выживает. Как вы яхту назовете, так она и поплывет, это понятно. А как вы к женщине относитесь, так она и рожает. Она же все время вынуждена выживать. Ей говорят, ты должна, кому должна, что должна, почему должна. Не говорят, не объясняют, но должна. Вот я еду и думаю, если женщина рожает человечество, то, может быть, ей должны создание условий гармонии, почаще рассказывать о востребованности, не порицать ее за любовь. Может, она в этих условиях и человечество родит другое? Ничего не понимаю. Сколько можно догонять и перегонять, отставая? Сколько можно побеждать, проигрывая? Сколько можно не понимать, что производство оружия – нонсенс? Что война такой же атовизм, как хвост у человека? Что человечество не права, а обязанности? Может быть, пора осознать роль женщины в эволюции и перестать требовать от нее быть мужчиной? Как мужчина может рожать человечество? Мужчина – это там, где убогость, там, где несчастье, там, где страдания и ненависть. Мужчина без женщины – как флюгер, ориентирующийся на иллюзии ветра вместо реальности. Вот я иду и думаю, если женщина на планете Земля станет женщиной и станет знать об этом, посвятят ее в знание о востребованности, о ее вселенскости, об ее обязанности быть женщиной, значит, приносить человечеству весть о перспективе. Если она будет знать об этом, если ей не надо будет как лошади работать, чтобы выжить, если ее материальные зависимости от мужчины сведутся к минимуму, если ее главная деятельность на планете, быть женщиной, станет настоящей профессией, которая обществом будет вознаграждаться достойно, как в этом случае случится? Как вы думаете? Счастливая женщина родит счастливое человечество? А как же? А кто же? А куда же? Она же ничего другого не умеет, кроме как рожать, любить и транслировать космос. Все другие ее специализации навязаны мужчинами. Ага, хорошо, сделаем женщину несчастной, зависимой, материальной и будем ждать человечества. Ну и дождались? Посмотрите вокруг. Это мы, которые божественные? Это мы, которые по образу и подобию? Это мы, которые эволюция Вселенной? Вот пишу и думаю, человечество сумасшедшее? Может, все-таки пора рождаться? Может быть, время знать, что женщина с ее уникальной жаждой любви и есть проводник новейших ступеней эволюционного развития? А? Сонатные исследования Бетховена. Ноты на листе вместо звука. Гармония глухого мастера в сердце. Как мишень стрела лука. Музыка знается, слышится. Из космоса прямо в пальцы записываются, как вырисовываются нотные протуберанцы. Густками энергии носится гармония вселенского зодчества. Сердца соосятся, камертонятся, реальность утверждая пророчество. Бетховен. Экспериментатор Господа, музыка из глухоты, напряжением преодоления порогов идеальности красоты.
Ты не можешь просить милостыню у раба. Материальное – суть земной реализации. Высшее «я» не может делиться материальным, но только глубиной духовного потрясения. Невозможно просить милостыню у раба. Чем больше имеешь денег, тем глобальнее социальные связи. Договоры, обязательства, соглашения глушат предназначенность, препятствуя перетеканию энергии. Ибо если высшее «я» – это океан сознания, то каждый человек – капля этого океана. Но максимально идеальная трансформация выделения востребует прозрачности каналов перехода. В то время как социальные связи, обеспечивающие так называемое материальное благополучие, являются ингредиентами, разрушающими прозрачность. И бедность, и богатство – два полюса, характеризующие коллективное сознание. Человек индивидуальное сознание этими категориями не определяется. Раздышаться на стихи, раскошлялся на поэму, и, ломая стили схемы, не добрался до ухи. Значит, прыгать не взлетая, целоваться не в засос, а реальности мечтая кликать сос. Ну а дальше будет вечер, разукрашенный закат, и таинственное вече утвердит мечту сто крат. Для летания будут крылья, сердце выплетит узор, но напрасные усилия, затуманенный твой взор. Я хочу, могу и буду слово вестью танцевать, и Иисуса Иуду с Буддой к танцу приглашать. А когда свершится чудо, расцветет туман дождем, мы в отдельную посуду эликсирчика нальем. Чтоб любить, так до забвения, чтобы чувствовать, так всласть, чтобы пахтать оперение с облаков, чтоб не упасть, прямо впасть, мечта-страсть, чтобы вмасть, и чтоб вообще и всем. Я читаю стихи и зарисовки из поэтической, из книги серии «Поэтическая философия. Рублю ступени в небеса». Российское общество низвела божественная женщина до убогого рабства и зависимости. Первичность женщины в утверждении идеалов перспективы свели к невежественному использованию. И до тех пор, пока женщина не вернется на алтарь, своей уникальной вселенской свободы будет прозябание и серость. Это не только России касается, но всего мира. Только разница существенной в ответственности за мироустройство. Именно от России мир ждет новых идей, способных развернуть лодку эволюции человечества в направлении перспективы. И идея эта женщине, женщиной, женщиной. Под это случаются все трансформации государства устройства. И Россия будет проходить жесточайшее испытание до тех пор, пока женщина не будет утверждена Конституцией как национальное достояние соответствующими законами обеспечения творческой самореализации женщин. Растворяю рифмы и смыслы, напахтываю тишину, представляясь веселым артистом, вытанцовываю весну. Не откроется недоступное, расплескал строку на листе, вырезаю ритмом попутное, точно луч фонаря в темноте. И пугаться зачем, и кланяться, в пустоте разгоняется кровь. Посмотри, она улыбается и посвящает в любовь. Что единит человечество? Любовь. Кто проявляет любовь на планете? Женщина. Каким образом можно было бы утвердить на Земле настоящий рай жизнетворчества человека? Соединить любовь, женщину и реальность. Это возможно? Ну а как же? Эволюционное это развитие в этом направлении и идет. И сегодня ломаются и трещат старые системы, разрушаются эгрегоры и преобразовываются пространства именно для того, чтобы расчистить дорогу. Кому? Женщине. Выписываюсь, выпистовываюсь, выпахтываюсь дорогами, доверенно задействуюсь и следуюсь порогами. И точно новорожденный, нехоженный, нелюбленный, но новоразмороженный, то незнакомо суженный. Нет смысла мантропения на суете настоянных. И толк какой в сомнениях засопленных, занойных,
Святая предназначенность и камертон гармонии, и слово «омаяченность» молитвой от агонии. Мы все когда-то встретимся в космической единости и праздником отметимся о любленной роднимости.